Лето цвета неба, огромное и синее. Здрасте, здрасте, люди добрые. Че, ну поехали мы прокатиться до Чуны. По магазинам походим, посмотрим, как Чуна преобразилась. Ждем автобус, маршрут. 12:50 должна быть через 10 минут. Ты сейчас далеко, дождь стучит мне в окно. Эта осень смывает твой след. Мальчик мой, музыка дождя скажет мне, что с тобой. Мальчик мой, приехали в Чуну. Что там за знаки? Сейчас буква В. Видишь, или он там? Типа магазин Виктор. Тут возле центрального рынка. Площадку такую сделали. Детскую. Там вот центральный рынок, магазин хороший. Тополя срезали все тут. Китайцы на груди буква Д за наших. Школа Чунская. Где у нее вход? Там, наверное, с другой стороны. Чуне уже как в городе машины ездят. Дорогу не перейти, блин. Офигеть. Сейчас он проедет, давай перейдем. Площадь в Чуне. Стадион строят, наверное. Фонтанчик чунский. Там что, типа кафешки, что ли? О, фига. Окатило меня немного. Короче, Чуна еще с того года такая же осталась, не изменилась. Все так же. Солнце в магазин, смешные цены. 10, 20, 50. Грибочки продают. Тут тоже строительство какое-то идет. Детский сад номер один, ремонт идет. Big city life, hear my heart having a bass.
Вот они, березочки, которых в том году фотографировался. Собака, да, красивая? Лайка. Приехали уже, и это, на речку пошли. Погода, конечно, сейчас может дождик начаться, но нам пофигу вообще на дождик и на все, мы не сахарные, не растаем. Вон тетенька куда-то туда пошла с ведром грибы собирать, видать. Мы уже дошли до речечки. Сейчас будем заплыв, наверное, делать. Погода где-то 22 градуса. Вода, не знаю. Облепиха растет, только что-то облепихи не видно. Но реально, а где облепиха-то сама? А вот. На облепихе вот. Одна висит, а вот вторая. Что-то либо ее не могли же обобрать. Вот. Бассейн для мелких купаться. И никуда не уплывут. Попой об камни царапаться. Heavy metal! Сюда шли, такой витрина дул вообще лютый. Сейчас все. Тишина. Мы все домой уже пошагали. Уже через 6 дней где-то в Иркутск поедем. 6, да? 5. Мы все шагаем с речки. Тут мимо такое получается, что это местная религиозная организация, православный приход храма, храм Лисогорска. И тут вот еще что-то рядом строят, залили фундамент. Будка такая под замочком. Сторожат, наверное. Кайфово, короче, в Лисогорске вообще. По кайфу. Ходить, гулять. Тут в Лисогорске даже вот такие аллеи остались. Еще асфальт просвечивается немного. Здесь асфальт, дальше асфальт. Как могли асфальт ногами стоптать? Как он развалился, вообще не понимаю.
типа детского городка тут. Кстати, в Чуне возле рынка вообще мне понравился, да, там сделали такой новый городок. Песочек такой же, как в Сосновых. Лесогор чем-то Сосновый напоминает. Юлька супцу наварила вообще по красоте. Вообще холодец поставили варить. Вариться будет сколько? Часов 5-6, да? Пошли мы с Вероникой заплыв делать на речку. В дождик маленький. Только дождик, да, идет? В градик. Не замерзнем в дождик? Вон все затянуто. Ну то, что сегодня солнца нет. По крыше хорошо слышно, как дождь идет. СМР. Может, не пойдем? Пойдем. А? Пойдем. Пойдем? Ну, пойдем. Ну, пойдем по тропиночке. Грибной дождик идет. Пойдем грибы искать. Тут, короче, есть Вероника дерево вон. Кедрач. Я знаю. В ограде у ледяных. Шишки там растут. Смотрите, в ограде у кого-то кедрач растет. Вот шишечки висят. Офигеть, да? Кедровый орех прям дома. Идем, короче, вот по песочку. И это, песок мокрый. Смотрите. На ноги липнет. Сразу шлепки такие тяжелые стали. Смотри-ка. Просто тонны песка. Че? Да, он мокрый. Это от меня от подошвы. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Да. Еще до речки не дошли, уже мокрые все. Да, вон речка. Посмотри на меня. Уже как будто искупались. Я уже так пятнистая. Еще пятнистой стала. И так футболка вся пятнистая ебита. Да. Носили. Дичка вообще кайф, просто в дождик купаться классно, блин. А я? Всем советую, чё ты? Да, советую. Не, ну просто с воды выходишь на улице, как будто теплее. Просто такое наслаждение. Дождик идет, вообще пофигу, тепло. Даже вот, смотрите, я не знаю, руку видно там или? Видно. Мурашек даже нету, смотрите. Просто вообще по кайфу, всем советую. Респектосыч. Я? О, тоже нету. Да и у Вероники нету. Короче, идем это. Уже домой с речки. Вообще что-то полил неплохо прям. Поливает конкретно. Сейчас прикинь, ливень долбанет, до нитки вымокнем. Вероника вон с полотенцем идет. На голову накинь, чтобы голова не мокла. Вероника нас своим ходом ведет, своими тропочками до озера Лесогорского. Все тут изучила, да? Даже дальше. Покуда сейчас идем? По школе. По школе пойдем? Ага. Купаться я приспичила в дождик. А ты тоже приспичила. Я тоже
это окунячек вообще хороший. Ты его на удочку поймал? Вот это погодка. Вода, наверное, на речке прибыла от дождей таких. Идти неохота смотреть. Может, позже стихнет. Пойдем посмотрим. После дождика грибы должны пойти. Если пойдем за грибами, вас возьму с собой.